Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы посмотрим на территорию бывшей Ливонии, торгового центра Ливония, которую подготавливают к новую застройку ЖК «Философия», жилой комплекс. Он, видно, приморский, fsk.ru. Станьте аристократом своего времени, рекламу уже дают. Здесь построят несколько многоэтажек, по-моему, 2 25-этажки и около 5-16-этажек на этом клочке земли. Дальше, я думаю, что снесут вот этот барак, который огорожен сейчас забором. Затем снесут вот это здание, прям почти уверен, 100%. И новые здания, которые были построены здесь, вот ЖК «Философский», они... им перекроют вид следующие здания, которые будут построены вокруг этого ЖК. Также мы можем посмотреть налево. Вот здесь происходит очередная стройка многоквартирных домов напротив ГУЭСа. Вот там стоит спецтехника, экскаваторы, свои бурительные забивательные машины. Тоже построят микрорайон. К сожалению, не думают о инфраструктуре, о том, что нет вокруг садиков, ни школ. Также нет полосы разгона. Машины, которые будут выезжать из этих новых микрорайонов, будут тормозить основной поток автомобилей, которые движутся с Зари на мост, на мыс Чуркин, там, на Русский и так далее. Соответственно, будут жуткие пробки. То есть вот тут вот вся эта дорога будет вся колом стоять до моста, потому что свежеиспеченные жители нового ЖК будут выезжать со своей придомовой территории и тормозить весь поток. Плюс, я думаю, что многие экономисты будут парковаться вокруг да около, да и на дорогах, и, соответственно, также тормозить движение транспорта на главной артерии города Владивостока, которая ведет на Золотой мост. Ну, запомним этот ландшафт таким, какой он сейчас есть. Это исторические кадры, не побоюсь этого слова. Уже буквально через год-два мы не увидим того, что сейчас видим, этой красоты, которая сейчас наблюдается. Будет уже застройка плотная, и она приведет к тому, что город задыхаться начнет в пробках. Можем рассмотреть сопку холодильник, кстати говоря. Вот построили еще один ЖК на сопке холодильник, видите? Или он, точнее, строится в процессе. Такие огромные здания. Разрыли сопку холодильник и поставили на сопке. Там вдалеке карьер. Виднеется еще выше геодезический купол. И, кстати говоря, можно разглядеть пилоны моста Золотого. Вот они. И пилоны Русского моста. Вот так вот и живем. Скоро все застроится, и город может задохнуться в пробках. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Блок Владивосток. Интересные места города Владивостока и Приморского края вы можете увидеть у меня на канале.